Ну а гиревики Дагестана под руководством главного тренера республиканской сборной Магеллана Саидова стали третьими в общекомандном зачете чемпионата СКФО и ЮФО. На зональном турнире в Алуште наши силачи завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовые награды. Чемпионами зонального турнира стали Эдик Ахмедов и Рустам Агабеков. Серебряные медали в активе Самрата Мирзоева и Ислама Агабекова. Третье место занял Ризван Агабеков. Отметим, что в ходе чемпионата ЮФО и СКФО по гиревому спорту дагестанец Эдик Ахмедов выполнил норматив мастера спорта России и стал двукратным чемпионом зонального турнира.